Я человек, который склонен к полноте. Моя мама имеет, так сказать, совсем другую фигуру, и у сестренки тоже, потому что они не заморачивались на эти темы. А мне и красиво, и удобно, и, так сказать, комфортно во всех отношениях. Я нашла эту формулу, перебрав и белковое питание, и раздельное питание, и различные другие, там, Гербалайф и так далее. Я пришла к вегетарианству. Причем на меня это совершенно шоково повлияла одна единственная фраза. Желудок человека, которого набит мясом, никогда не посетит божественный дух. И почему-то у меня просто произошел какой-то, как говорят американцы, триггер, щелчок в голове. То есть это был знак, что я угадала, я попала именно в точку, я поняла причину, то, что мне нужно исключить. И таким образом с 98 года я являюсь вегетарианкой, но веганство – это еще более строгая форма вегетарианства. С ней нужно быть очень осторожным, потому что особенно в таких странах, как наша, в таком климате, каким является климат Москвы, это достаточно опасно, рискованно, потому что это нужно, есть свои тонкости, и нужно знать, как правильно сочетать это с практиками йогическими, с физическими упражнениями и образом мышления и так далее. Об этом можно много рассказывать, говорить, но я нашла свою формулу. Не всем советую свою формулу, потому что каждый человек – это как отпечаток пальца у каждого из нас, совершенно индивидуальный, так и форма питания, потому что мы все совершенно разные, у нас разные группы крови, у нас разный уровень сознания.